Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем проходить Black Ops 2. И сейчас мы нам надо выбраться из Антема. После того, как Менендес Рауль просек, что мы проникли на его территорию и следим за ним. Ну, что тут говорить, собственно, он сам это построил. Голова есть на плечах хорошего человека. И давайте, давайте выбираться. Вперед. Ой-ой-ой-ой. Охренеть. Прям под зданием. Точнее, через здание. Так, ну тут вообще напряжение какое-то. Нас сбили, блин. Весь город, просто напрочь. Весь город в воде. Вообще не понимаю, куда ехать, что делать. Правильно ли я еду? Ну, вроде правильно. Господи, что творится, а? Да какого хера в натуре? Вообще, просто что-то ядовое творится. Да... Не, ну это, конечно же, круто. Ой-о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 й! Охренеть. Так. Фу. Наш пулеметчик, который сидел у нас в машине, загорелся. Наконец-то. Но все-таки мы добрались. Слава богу. Научите нашли общий язык. Если истинная причина с желторотами. Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать.
Так, опять долгая загрузка. Так, ну что, мы продолжаем проходить. Мы закончили еще один эпизод, и нас ждет следующая миссия под названием «Карма. Каймановые острова, 2025 год». Карма, я так понял, это какое-то секретное оружие Менендеса, которое он разрабатывает. Да, ну и на этом мы заканчиваем серию. Она как-то поделилась на две части, причем совершенно разные по времени. Одна там сколько? Где-то 20 с чем-то минут, по-моему, идет, да? А вот это у нас получилось около 6. Так что до скорой встречи. Пока.